здравствуйте, друзья. Доброе дождливое утро. И я хочу маленький такой сюжетик записать, в котором я хотел поздравить Людмилу Флориду Ялту с достижением некоторого рубежа на канале. У нее 100 тысяч подписчиков. Я уже не говорю, что у нее 50 миллионов просмотров, это отдельная история, но вот у нее при этом еще 100 тысяч подписчиков. И я помню, впервые увидел, что существует такой канал 3 с небольшим года назад, когда вот, ну, фактически начал заниматься вот тем, что я сейчас делаю на нашем канале. То есть нашему каналу больше 7 лет, ну или около 7 лет. Но вот 3 года назад я как раз начал развивать его в этом направлении и начал смотреть по сторонам. И я увидел канал Людмилы, и тогда было, первый раз я на него глянул, там было 12 тысяч подписчиков. А у меня было что-нибудь там 1,5, там, ну, собственно, я никогда не интересовался, сколько их. Но вот тут я начал интересоваться, смотрю, вот у меня 1,5. А у кого-то, слушай, 12. Я думаю, фига себе, как можно вообще вырасти. Потом прошло какое-то время, ну совсем небольшое, там буквально пару месяцев, может быть, я смотрю, а там уже 15. И я думаю, слушай, оказывается, и 15 может быть. Ну и так, время какое-то идет, и я, значит, продолжаю посматривать вот как на такую, как бы, как маячок такой, знаете, как вот метка такая, раз метка поставлена, значит, здесь там, здесь был Вася, значит, если Вася там был, то может и мы можем подойти, знаете как. И вот я все время так смотрю и вижу, оказывается, и столько можно, и 50 тысяч можно, и 70 тысяч можно, и там вот, слушайте, теперь уже 100 тысяч можно, и у нас что-нибудь там, я не знаю, 86,5. Вот, то есть можно сказать, что это не безумное расстояние, но тем не менее, понимаете, вот этот вопрос, а где предел вообще, а куда это все может расти? И причем сейчас время-то не самое, я бы сказал, так, не самое благоприятное для блогеров вот такого направления, как мы, да, то есть вот русскоязычные блогеры, рассказывающие об Америке. Наверное, есть блогеры, ну, то есть наверняка есть блогеры, у которых там, они, может быть, даже из Америки рассказывают там что-то, но это, ну, допустим, бьюти-блогеры, у них больше подписчиков, я понимаю. Но это как бы не иммиграционные блогеры. Вот. А вот в категории русскоязычных иммиграционных, вот, насколько я знаю, да, значит, у нас получается Людмила, она больше всех подписчиков имеет, и у нее такой жанр специфический, так, у нее и о жизни там, и такой, наверное, женский такой блог, наверное. Но, во всяком случае, мы сегодня смотрим, что есть в районе, там, ну, 80 плюс-минус, там, чуть-чуть, уже достаточное количество народу. То есть, там, вот, и наш блог, и Хвостович там приближается, и там, так далее, там, еще, наверное, люди есть. Поэтому я понимаю, что у каждого из нас есть какие-то люди, которым это нравится, вот то, что мы делаем, есть люди, которым не нравится, есть какие-то яркие проявления любви и нелюбви, вот, и я не хочу сказать, что вот все должны обязательно там полюбить Людмилу или ее канал, но я хочу сказать, что это безусловное достижение, и это ключи для меня, и в моем понимании, это безусловное достижение. Поэтому вам может нравиться или не нравиться, это отдельная история. И мы тоже не всем нравимся. Вот у меня там 1500 народу забаненных на канале ходят, гадости какие-то пишут там и так далее. Поэтому, если бы я их не забанил, я представляю, что бы тут творилось. Поэтому, ну, они в другом месте могут написать. Мест много, там, знаете, как... Всегда найдется стена, на которой напишется неприличное слово. Вот, поэтому я поздравляю Людмилу. Я ей, на самом деле, в тот момент, когда как раз перепрыгнула через сотню, я наблюдал. Я каждый день там в течение 3-4 дней ходил и смотрел, где там. Вот, и вот было 100 тысяч 15. Когда я увидел 100 тысяч 15, я ей написал в личку поздравления. Но я хочу... Вот у нас на канале тоже
еще раз, независимо от там симпатии или антипатии, так вот мы абстрагируемся от этих вещей. То есть я понимаю, что сейчас мне некоторые начнут что-нибудь высказывать или какие-нибудь гадости писать. Значит, у нас нельзя гадости писать. Вот, а симпатии, антипатии – это проблема человека, который так реагирует. Вот, мы в данном случае говорим о, безусловно, существенном таком достижении, поэтому, тем более Новый год на носу, поэтому я хочу поздравить и Людмилу со 100-тысячным подписчиком, и заодно ее подписчиков с Новым годом, и саму Людмилу с Новым годом. Так что, ребята, давайте 200 тысяч, 300 тысяч, а мы будем подтягиваться. Счастливо!